Всем привет, меня зовут Александр, вы на канале Алекс и Таксу. И сегодня в этом видео расскажу вам, почему я выставил на продажу Теслу. Подведем итоги розыгрыша на деньги на канале и подведем итоги, так сказать, года, да. Вот в день, когда выйдет этот видос, я уже как год нахожусь в Москве. 2 августа 2022 года я прилетел в Москву, чтобы вот, так сказать, начать работать именно здесь полноценно. Сначала я был на аренде. Ну, в общем, давайте сейчас все по порядочку вам расскажу. Пока не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, ну и написать какой-нибудь комментарий. Друзья, если вы в поисках надежного парка для работы, то рекомендую Эксперт Парк. Сам лично работаю через этот парк. Ребята очень серьезно подходят к своему делу и всегда стремятся улучшить свой сервис. Включают Яндекс.Такси и Яндекс.Доставки по всей стране. Комиссия парка всего лишь 50 рублей в сутки. А есть возможность покупать смены в долг, но в тех регионах, где это еще возможно, и для тех, кому это еще возможно. Автоматические выплаты без комиссии. И также есть 4 варианта возможности моментально вводить деньги. Выбирай тот способ, который подходит именно для тебя. Также подключают к сети Мойбу по всей России и также подключают самозанятых водителей. Все ссылочки я оставлю в описании, переходите на их сайт, регистрируйтесь, подключайтесь, техподдержка работает круглосуточно. Когда я покупал Теслу через автодинамику, спасибо, кстати, ребятам большое, $1 стоил 78 рублей, и в тот момент, когда мы уже перевели рубли в доллары, курс вырос до 92, по-моему, или... до 82 рублей. Я сразу же позвонил в автодинамику, говорю: ребят, что там, как у нас? Они говорят: не переживай, курс остается для тебя прежним, потому что мы все успели. Я такой: все круто, супер. Мы купили Теслу за 3,5 миллиона, ну вернее, за 43 тысячи долларов мы купили машину, плюс 200 тысяч рублей ушло на то, чтобы доставить машину в Москву и еще получить ЭПТС и экспертизу сделали, чтобы можно было получить ЭПТС. В общем, 3,5 миллиона у меня это все встало под ключ. После этого я дополнительно еще взял через ребят 10 тысяч. Ну, то есть мы оформили кредит просто на 3,700. И итого у меня кредит на 3,700. После того, как, ну, все сделал, было готово, я машину на себя уже поставил на учет, и все. И катаюсь, кайфую. Так, почему же я продаю машину? Почему? Мне все задают вопрос: накатался, наигрался, что случилось? Почему? Все это невыгодно, неинтересно, устал от зарядок. Нет, я не устал от зарядок. Зарядки – это экономия времени. Ты, по-моему, перепутал. Нет, это не экономия времени, это экономия денег. Это существенная экономия. Это в месяц порядка 50 тысяч рублей я просто экономлю на бензине, на топливе. Вы тратите дополнительно 50, там, условно говоря, тысяч. Даже если 30 тысяч, да, но в среднем это 30-50, вот 45 пусть будет. А плюс вы платите за аренду. Еще там какие-то деньги, типа, блин, выходит коплюс машина, если на арене кататься, то выходит она примерно 120, 130, 140 тысяч рублей в месяц. Я плачу за кредит 77 рублей. Как я могу устать от зарядок? Скажите мне, как? Вообще ни разу не устал. Я как бы просто уже продумал заранее маршрут. Я катаю точно так же дальники. Я катаю Сергиев Посад, по Новой Риге, катаю, не знаю, куда я уже ездил. Ну, самое долгое, это, наверное, Сергиев Посад, да. Но тем не менее. Я катаю дальники, ребят. Катаю. Я не боюсь за этого. Я знаю, что я доеду. Если я понимаю, что у меня не хватит зарядки, я просто туда не еду. Либо я беру заказ, смотрю, есть ли там зарядки, даже хотя бы платные, и еду. Как бы. Не вопрос. Возле Сергиева Посада есть зарядка. Да, платная, но она есть. 500 рублей, я до 80% зарядился и поехал. Это не сложно. А так, в основном, я заряжаюсь на бесплатных зарядках. Поэтому вот она, экономия налицо. Если вам нужен автомобиль в аренду, то рекомендую обращаться в таксопарк «Полет». У ребят есть машины под доставку, грузовые. Эконом, комфорт и К+. Большой парк, порядка 500 машин. Машины практически всегда есть в наличии, поэтому звоните, узнавайте. А по промокоду «Алекс, иди таксуй» будет приятный бонус. Не забудьте назвать мой промокод, когда будете брать машину в аренду. Звоните, узнавайте, все ссылочки, все контакты будут в описании. Так, а тогда по какой причине я продаю машину? А все очень просто, курс вырос. Сейчас курс, если верить Google, да, вот я просто ввел курс рубля к доллару. Там сразу выскакивает график, вот я его сейчас на экране прикреплю. $1 стоит 91 рубль 83 копейки. Если даже продавать по этому курсу, то это почти 4 миллиона рублей. Типа, это 500 тысяч сверху просто так. Если продавать по той же самой цене, по которой я купил. Ну, естественно, в долларах. А еще, если добавить 200 тысяч, которые потрачены на
растаможку, ну, грубо говоря, да, на всю эту историю, да, то вот они как раз 4200. Это та сумма, за которую сейчас у меня стоит машина на Авито, на Автору. Ссылочки будут в описании, если интересно, переходите, смотрите. Если какие-то дополнительные вопросы, то ссылки на меня, на мой Телеграм будут в описании, ну, либо можете на Автору, либо Авито писать, спрашивать. Если же верить сайту Москва.ВБР.ру, то курс доллара там вообще скачет. Типа можно и за 102 рубля купить, или за 101, что-то такое купить доллар, за наличку именно. И как бы ты такой, что? Типа тогда это еще дороже. И, ну, естественно, я просто хочу заработать. Я не избавляюсь от машины, я просто хочу заработать на ней. Какая разница, как я заработаю? Работая в такси или продав ее? Хороший вопрос, да? Поэтому, ребят, я не избавляюсь от машины. Меня не напрягает платить кредит. И я кайфую. Машина приносит удовольствие. Но денежки я люблю больше. Поэтому сейчас, если зайти на Автору или Авито, там цены начинаются от совсем копейки до каких-то непонятных космических цифр. Поэтому, ну вот, я поставил такую цену, считаю, она объективная, потому что минимальные повреждения, пробег маленький. Сейчас там 20 800, что ли, ну 21 000, как бы херня пробег. Когда я ее взял, был 2000 пробег, она была в пленках, ну то есть она была почти нулевая. Поэтому, ну, я прям вообще кайфую, ребята. Если кому-то интересно, ссылочки будут в описании на вторую Авито. Давайте сейчас подведем одного из двух конкурсов на канале. Первый конкурс у нас был на денежку, это 2000 рублей. А второй конкурс на видеорегистратор. Ссылка на второй конкурс будет в описании. Ну и также на первый конкурс тоже будет в описании, чтобы вы могли перейти по ссылке, посмотреть видос. Видос получился интересным, и не только потому, что там розыгрыш, а потому что, ну, вообще, такой это, ну, относительно новый формат на канале, я думаю, будет интересно, если еще не смотрели, перейдите посмотреть. Вот, а второй видос как раз-таки про то, как я ездил в CarPrice на этой машине, что сказали в CarPrice, во сколько оценили дилеры эту машину, и там как раз-таки второй конкурс на видеорегистратор. Видеорегистратор, кстати, неплохой, если еще не участвовали, участвуйте. Так, результат я буду подводить с помощью рандомайзера Lisa Alert. В чем его суть? В том, что все те, кто написали комментарий под видосом из конкурса, ну, кто подписаны, да, на канал, те участвуют в розыгрыше. Я просто вставлю эту ссылку на сайт Lisa Alert. Если ничего не поменялось, то на этот сайт. Если что-то поменялось у них, он больше не работает, то вставлю на другой. Но принцип тот же. Рандомайзер выбирает сам победителя из тех комментариев, ну, выбирает просто комментарий, да, и там будет ник написан того человека, который выиграл. Все очень просто. То есть я не вручную выбираю ни в коем случае, там никак, ничто. То есть я сделаю запись экрана, скорее всего, вы как раз уже сейчас ее видите на экране, да, как я выбирал победителя. То есть я скопировал ссылку на видео, вставил в этот рандомайзер и нажал «Начать». Все. Рандомайзер сам выбрал победителя, поэтому все честно. Я еще не знаю, кто это будет, потому что я записывал видос, а розыгрыш буду, ну, то есть записывать чуть позже. Поэтому, ребят, давайте поздравим человека, который выиграл. Я думаю, что в этот момент как раз уже будет видно, кто выиграл. И, ну, пиши мне в Телеграм, и дальше уже скажу, что как, и скину тебе денежку. Но если вы также хотите участвовать в розыгрышах, то подписывайтесь на канал, следите за видосами. Я думаю, что такие розыгрыши буду делать чаще, потому что, ну, по количеству участников это было интересно. Поэтому участвуйте, подписывайтесь на канал. А какие итоги за год работы в Москве мы имеем? Когда я прилетел в Москву, у меня было 1420 подписчиков на канале. На момент съемок этого видео больше 10123 человек, по-моему. Ну, не суть. В общем, скриншот тоже будет на экране. И я безумно рад. Большое спасибо тем, кто подписывается. Даже если вы подписываетесь просто ради розыгрыша, все равно огромное спасибо. Спасибо тем, кто подписывается, кому действительно интересно. И, ребят, если вдруг кто не знал, то у нас есть телеграм-чат, переходите в описании, там будет ссылка, переходите, общайтесь. Ребят много, все дружелюбные, все отвечают. В общем, главное, без рекламы лишней. Вообще без рекламы, реклама запрещена. Поэтому, если вы какой-то парк, не надо туда писать, копировать всех участников, добавлять их в отдельный парк. И это все плохо кончается для... Ну, как это кончается? Просто блокирую всех нахер, и все. Вот. Поэтому переходите, общайтесь. Знакомьтесь с новыми людьми и получайте, так сказать, удовольствие от общения. Еще один немаловажный итог за этот год работы в Москве.
Я познакомился с очень большим количеством людей, крутых людей, с которыми я до сих пор общаюсь, с которыми мы встречаемся периодически, там, пьем кофе, жарим шашлыки, просто общаемся. Также познакомился с большим количеством людей творческих, которые точно так же, как и я, снимают видео. С некоторыми из них мы делали какие-то совместные видео, с какими-то мы просто общаемся, поддерживаем связь. И сейчас, например, я хочу поехать в Питер покататься, поснимать там контент, познакомиться там с ребятами, которые уже давно снимают, занимаются YouTube, пообщаться, может быть, какой-то видос снять, да, то есть, ну, так сказать, налаживаю связи. И, ну, для меня это важно. Мне очень нравится, что растет канал, мне очень важно, что с каждым видео у меня чуть-чуть, но улучшается качество, по моему собственному мнению. Возможно, вам кажется по-другому, но тем не менее. Напишите, кстати, в комментариях, как вам звук, как вам картинка, нравится ли, не нравится ли, что бы вы добавили в видео, что бы вы убрали в видео. И также, ребят, если кто-то из вас катается на каких-то интересных машинах в такси, условно говоря, это, не знаю, Subaru какой-нибудь, да, ну, какая-нибудь редкая, условно говоря, либо, допустим, Jag J7. Я так и не снял про него видос, хотя хотел, у меня есть подписчик, который на нем катается, но я сейчас не могу найти контакты его. Поэтому, если вы вдруг катаетесь на Jag J7, либо на каких-то новых китайцах, там, какие там, бат, не бат, что-то там, какие-то, как они называются, пишите, давайте снимем видос. Если вы работаете в грузовом тарифе, пишите, давайте снимем видос. Если вы вообще, может быть, на какой-то интересной другой работе работаете и хотите снять об этом видос, тоже пишите. Я с удовольствием сниму видос. Это, так сказать, буду расширять аудиторию канала. Почему нет? Я думаю, многим людям это тоже зайдет. И что хотелось бы сказать напоследок. Спасибо, что вы смотрите. Спасибо, что подписываетесь. Спасибо, что пишете комментарии. Даже те люди, которые постоянно хейтят меня, вам тоже спасибо. Если бы не вы, канал бы так не рос. Поэтому, как говорится, хейтеры, люблю вас. Не забудь поставить лайк этому видео. Не забудь подписаться на канал, если ты вдруг еще не подписан. И не забудь написать комментарий, даже если ты хейтер. Пока.